Я узнала об этом проекте на сайте Академии Эльбасы, и меня он заинтересовал тем, что там было несколько сторон развития, несколько аспектов, где ты будешь работать. Я хотела попросить в чем-то новом, и я решила принять участие. Умение достигать своих целей шаг за шагом, постепенно, ставить цели, достигать их, не сдаваться, как бы ни было порой трудно. Казалось бы, что, может, не стоит усилий, но на самом деле ты понимаешь, насколько это важно для тебя. И этот проект научил меня тому, что для достижения больших целей нужно делать маленькие шаги. Я занимаюсь сейчас уже волонтерством, продолжаю этим заниматься, и я ставлю себе цель. По спорту, например, я сейчас ставлю себе цель пробежать уже марафон. Поскольку я занималась этим в проекте «Медаль Эльбасы», я решила это продолжать. Я хочу сказать огромное спасибо Академии Эльбасы за то, что устроили такую невероятную возможность испытать себя в самых разных сферах, развить себя в разных разных сферах. И я хочу пожелать будущим участникам, чтобы они были сильными, не сдавались, верили в себя и упорно трудились над тем, чтобы достигать своих целей.